Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Сегодня 31 декабря 2021 года. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать вам и вашим близким всего, чего сами себе пожелаете, чтобы ваши все желания исполнились. Сегодня хочу показать про стратификатор. Стратификатор нужен для стратификации привитых черенков. Данный стратификатор состоит из двух частей. Из нижней части и верхней части. Также в этом стратификаторе используется терморегулятор для регулировки температуры. Я данный стратификатор смоделировал в скетчапе. В уголку видео я его приложу, данное видео. Условно говоря, данный стратификатор помещается около 800 черенков. Я думаю, что вам не нужны такие объемы. Вы можете размеры сделать по своему желанию. Но сам принцип действия останется неизменным. Стратификатор нужен для того, чтобы в месте прививки создать идеальные условия для сращивания привойной и подвойной части. Данный стратификатор, нижняя часть, состоит из обычного стола, в середине которого вырезано отверстие. Также находится чашечка, поддон для воды. Там находится поролон, на который упираются пятки черенков. Находится в воде. А верхняя часть стратификатора состоит из коробки, обшитой пенопластом. Также в верхней части стратификатора находятся нагревательные элементы в виде обычных лампочек. Между лампочками и черенками находятся металлические пластины. Они служат для того, чтобы, нагреваясь, постепенно отдают свое тепло. Тем самым периодичность включения и выключения лампочек уменьшается. Также для наблюдения процесса самой стратификации в боковой части стратификатора находится окошко. Здесь вот стеклянное окошечко, которое можно подойти и смотреть, как проходит процесс стратификации. Также при необходимости я использую данное окошко, немножко так приоткрываю и с ручным опрыскивателем увлажняю черенки. До самой настольной прививки еще есть достаточное время. Но у вас есть время изготовить такой стратификатор по вашим габаритам, по вашим размерам. И потренироваться. То есть я знаю, что у вас у всех куплены дорогие черенки, но прежде чем экспериментировать на дорогих черенках, вы можете взять обычные черенки, которые у вас доступны, и путем проведения настольной прививки, видя о том, как проводить настольную прививку, у меня есть на канале, вы можете посмотреть. Но что я хочу вам рассказать. Возьмите несколько экземпляров черенков и омегообразным секатором. Вы когда будете привойную часть и подвойную части подбирать, то оставьте несколько черенков, чтобы привойная и подвойная часть были от одного и того же черенка. Так как процесс стратификации не меньшей степени зависит от того, насколько вы правильно совместили камбиальные слоя. То есть это будут образцовые черенки. Вы будете точно знать, что камбиальные слои здесь у вас совпали. Размещая черенки в стратификаторе таким образом: нижние части пятки находятся в воде в помещении при температурном режиме плюс 19 градусов, а вверху с помощью щупа, датчика, терморегулятора выставляете на месте прививки
И верхнюю камеру от нижней камеры отделяете с помощью вот такой вот плотной ткани. Таким вот образом вы отделяете черенок и верхнюю камеру от нижней камеры. Щуп-датчик располагаете на месте прививки. Вот таким вот образом можно потренироваться до наступления самых настольных прививок. А размеры также вы можете сделать произвольными. Но сам принцип действия стратификатора останутся неизменными. Всем пока! До новых видео!